Итак, ребятки, всем доброго времени суток. Сегодня будет озвучка Knuckles Adventure, 6 серия. Погнали! А перед началом данного видео хочу тоже сказать, что она как предыдущие, так и будущие видео про Knuckles Adventure были созданы исключительно в развлекательных целях. Не содержит от слова почти ненормальную лексику и не создана с целью кого-либо оскорбить. Всем желаю приятного просмотра. В основном тебе, Knuckles, с канала Торов 008. Наш самый лучший и бывалый актер во всем мире. Это видео мы сделали специально для тебя. Тебе тоже желаю приятного просмотра, аппетита, прослушивания. А мы начинаем. Удачи тебе, Knuckles. Мы с тобой еще увидимся. Макс, если руж сейчас у тебя, то заканчивай с этим и газуй немедленно сюда. Я уверен, что они его победят, но тут точно что-то не так. Вопрос в том, что будет дальше. Knuckles Adventure. Ну что, да начнется бойня. Да, пусть Шэдоу преподаст тебе урок. Точно мыслишь, хаос-контроль. Меня один раз подвёл, но второй раз такого не будет. Раз так, то нападай, покажи, на что ты способен. Шэдоу, стой. Хаос контроль. Бам! Шэдоу. Ах ты, летучий танк, я тебя сражу за это. А вот не шел бы против меня никто другой, не пострадал. Не хотел тебя кричать, бро, но ты не оставил мне выбора. Получай. Knuckles, помнишь нашу первую встречу со мной, Knuckles? Ты так же быстро проиграл, как сейчас. В этот раз я тебя просто жарю в этом огне. Эх, зато ты не учел одну вещь. Мы никак да так легко не сдаемся, Шэдоу. Давай. Ну как? Кто недооценивает своего противника, тот всегда проигрывает.
Вот и все, Луш, мы уже можем идти домой, все позади. Молодец, Наклс, самое время то, чтобы уже уносить меня отсюда. Хе-хе-хе-хе. Не волнуйся, Руш, все уже осталось позади. В мыслях. Но нет, это я просто так не оставлю. Большое спасибо, ребята, за то, что спасли меня. Я вам жизнью обязан, наверное. А нам и не трудно, да, Шэдоу. Точно мыслишь, Трэгер? У меня такое ощущение, что что-то тут опять не так. Мысли Макса. Нет, это все будет твориться, пока у меня очень сильные ребята, такие как Knuckles, Shadow и другие мыши. Убедимся, но в следующий раз меня уж точно никто не остановит. О, пришли все-таки. Да, пришлось немного попотеть, чтобы ей помочь. Мы знали, что вы это сделаете с самого начала, молодцы. Ну, раз вы уж вернулись, то предлагаю вам отдохнуть и посмотреть телевизор. Да, я надеюсь, что это не будет что-то про Макса. Хе-хе-хе. Лучше не напоминай мне его. Да ладно вам, пойдемте уже, я знаю, что нам посмотреть. Да, пойдемте. Тем временем у Макса. Мысли Макса. Думаю, самое время вызывать именно его. Алло, есть кто на связи? Зона Северный полюс. От иной Игу. Что вы хотите, господин?
Я хочу, чтобы ты взял и сразил Наклса и его друзей взамен. Проси, что хочешь. Тогда я в деле. Я их всех сражу, не будь мое имя. Продолжение следует. Пока что, ребят, над этим я буду заканчивать. Кому понравилось это данное видео, прошу, ставьте лайки. Я к вам вернусь. С вами был... Вот такая вот озвучка. Понравилось данное видео, тогда не забываем поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Пока. Пока.